Так, Е4, С5. До сна. Before sleeping. У соперника. Ник. 2039. Так, мне пора уже как-то собраться и начать побеждать, потому что у меня уже 2018, как уже год ушедший. Так, давайте пробовать. Вариант сицилианской защиты известный. Был исполнен. Я сейчас буду как-то пытаться атаковать, потому что у меня все здесь, все в атаке. Так, но только вопрос, с чего начать? Коня, что ли, убрать? Соперник, конечно же, бьет. Надо поднабросить в атаку еще коня. Жертвую я пешку H7. Хочет, пусть берет. Может даже ладьей взять. А я хочу по H2 ударить. По A2, точнее, ударить. С двойным ударом. Так, и соперник мне разрешает. Хорошо, давайте. Съел. С шахом. Съел, грожу матом. Так. Интересный способ защиты соперник избрал. Давайте прикроем слона этого, чтобы он не приставал к моему королю. Так. Ну и теперь. Теперь что? А давайте теперь вот так прыгнем и будем грозить запрыгнуть на b3 с серьезными последствиями для белых. Не исключено, что позиция уже проиграна у черных. Но я как живой щит использую пешку H. И слон мне помогает защищать короля. То есть я без пешки, но посмотрите на белого короля. Ему тоже как-то, ну, нехорошо сейчас, в данный момент. Так, и ферзь куда-то выехал. Отдавать пешку или не отдавать? Давайте я сдвоюсь еще. И собираюсь по b3 просто пробить. Жестко. Как по c3, конечно. Как защищаться? Надо ферзя, наверное, возвращать. Иначе здесь каши не сваришь. С таким слабым королем. Хотя, может быть, ладья d2 тоже нормальный ход. Так, соперник задумался всерьез. Ладья вот так. Интересно. Интересно, интересно. Так, ну как же добраться до короля? Давайте сначала ферзя мы успокоим, чтобы он здесь никому не грозил ничем. Так, пока без пешки, но с какой-то атакой. Ух ты, и он напал
На ладью. Хорошо, давайте мы рискнем и ладью уведем с последней горизонтали. А теперь как он собирается пешку B защитить? Ух, опасно все это. Опасно. Но может быть. Это даже победный какой-то вариант. Король c2 это совсем ход, по-моему, в никуда. Надо было g5, наверное, играть. Нападать на слона. Так, а здесь нужна реализация. Так, давайте здесь съедим. Так, и как пригрозить матом? Где найти мат? Ладно, пока сюда, допустим. Собираюсь на c3 пробить. Так. Взял. Он ладью на f6 берет. Но там где-то мат должен быть. Я-то беру на d3 с шахом, и потом ферзь c5. Похоже, с матом. И вообще ферзь c5 прямо сейчас грозит, и это тоже мат. Да, кстати, я на d3 вообще не беру. Я съедаю на c5, на d... Ничего не съедаю, да. Я на c5 иду. И даю шах, который будет матом. И f4, кстати, не спасает. Там мат на f2 ферзем грозит. Так, ну и соперник в шоке. Не успел. Да, вот это я и говорил, что оно не спасает, потому что шах и на f2 мат. Вот так. Хорошо, неплохо. Но опасно было, конечно, не идеально. Атаку я вел, и там где-то могли белые, конечно, получше сыграть и, наверное, добраться до моего короля раньше, чем я добрался до белого.